Завершился 9-й тур в чемпионате Англии. Удержался ли Арсенал на вершине? Рассказываю о результатах, расписании, изменениях в таблице и положении в других ведущих лигах. Ливерпуль в дерби расправился с Эвертоном 2-0. Важная информация состоит в том, что Юрген Клопп выиграл 9-е мерсисайдское дерби и вышел на первое место среди тренеров, обойдя по этому показателю Рафу Бенитеса. Салах оформил дубль. У соперников за 8 минут до перерыва был удален Эшли Янг. Манчестер Сити одолел Брайтон 2-1. Холланд забил 9-й мяч в турнире. Его гол принес победу Сити. Интересно было узнать, что горожане проиграли чайкам всего 4 раза в истории и ни разу на своем поле. Челси не удержал победу над Арсеналом 2-2. Зинченко вышел на замену в составе Арсенала на 46-й минуте, но через 2 минуты отметился игрок противоположной команды Мудрик. Шеффилд Юнайтед уступил дома Манчестер Юнайтед 1-2. Шотландец МакТоминей вернулся из расположения сборной, который помог выйти на Евро, а уже в субботу помог своему клубу победить, открыв счет в матче с Шеффилдом Юнайтед. Друзья, завтра состоится интересный матч. Тоттенхэм на своем поле будет принимать Фулхэм. В комментариях поделитесь своим мнением, кто выиграет. Подогревай эти и другие спортивные события вместе с 1xbet. По моему промокоду AlexSport вас ждет приятный бонус к первому депозиту. Ссылка находится в закрепленном комментарии под этим видео. Другим результатам: Брентфорд Бёрли 3-0, Борнмут Вулверхэмптон 1-2, Ноттингем Лутон 2-2, Ньюкасл Кристал Пэлас 4-0 и Астон Вилла обыграла Вест Хэм 3-1. Расписание следующего тура: 27 октября Тоттенхэм отправляется в гости к Кристал Пэласу, Челси на следующий день примет Брентфорд, Арсенал Шеффилд Юнайтед. 29 октября Ливерпуль встречается с Ноттингемом, а два Манчестера выяснят отношения между собой. Бомбардиры и ассистенты. Холланд, Сити забил 9 голов, Салах 7. Педро Нетто и Трипьер увеличили количество пасов до 6. Таблицу Англии увидим позже, а пока чемпионат Италии. Интер здесь имеет 22 очка, у Милана на одно меньше. Наполи, Ювентус и Фиорентина набрали по 17. Лаутаро Мартинес из Интера забил 11 голов. Его одноклубник Тюрам отдал 5 пасов. Чемпионат Франции. Головин забил дважды в туре и принес победу Монако над Метцем. У команды 20 очков. У Ниццы 19, у ПСЖ 18. Мбаппе забил 8 голов. Каю из Монако и Саймон из Нанта имеют по 4 паса. Чемпионат Германии. Байер здесь лидер, 22 очка. У Штутгарта 21. Бавария и Дортмундская Боруссия имеют по 20. Герасим Штутгарт отличился 14 раз. Его одноклубник Фюрих отдал 5 пасов. Чемпионат Испании. Реал 1, 25 очков. Атлетика и Жирона держатся на втором месте, 22. У Барселоны 21. Беллингем лучший бомбардир Ла Лиги, 8 голов. Рико из Хитафе и Нигис из Атлетика отдали по 5 пасов. Таблица Англии. Манчестер Сити и Арсенал набрали по 21 очку. Ливерпуль и Тоттенхэм имеют по 20, но у Шпор сыграно на игру меньше. Астон Вилла 5, МЮ на 8 месте, Челси 10. Внизу Бёрли 4 очка, Борнмут 3 и Шеффилд Юнайтед 1. Рекомендую итоги Евро. Благодарю за просмотр. Если канал полезен, подписывайтесь. Мы принимаем донаты для поддержки канала. Ссылка в описании. Услышимся на спортивном.